Саженцы длиннолистой Вероники Шнеризин выгодно выделяются среди буйства красок других цветущих растений. Благодаря декоративной окраске и форме листьев растения хорошо смотрится в одиночных и групповых посадках, разнообразных композициях. Особенности длиннолистой Вероники Шнеризин. Белоснежные бутоны истощают сладкий аромат. Растение способно выживать в любых условиях, переносит засуху и чрезмерное увлажнение. Не подвержено болезням. Длиннолистая Вероника Шнеризин является популярным украшением каменистых садов и тенистых участков альпинария или обычных цветников. Вероника длиннолистная Шнеризин – это многолетнее растение высотой 60-80 см. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок. Вероника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола Вероника длиннолистная Шнеризин можно отнести к группе низкорослые. Расцветает Вероника длиннолистная Шнеризин в месяц июль, июнь, август. Цветок окрашен в белый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Весенняя окраска листочков зеленая. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.